где же они, мои крокусята, поросята? Вот они маленькие, вот чудо природы. Вылупились. Слушайте, одно меня беспокоит. А если морозы? Ну, заморозки на почве. Они же замерзнут. Я так полагаю, что надо их как-то согреть. Это ерунда какая-то. Скажу-ка я. За одеяльцем. Крокусятки, поросятки, я сейчас приду. Это, думаете, вы театр? Это не театр, это не занавес. Хотя можно сказать, что и театр. Театр сельского хозяйства. Это мой чуланчик. О, хотите заглянуть? О, это у меня полезные предметы всякие тут. Ну, там баночки для воды, ванна. Я в ней летом купаюсь, воды нагрею, сижу. Ну, там грабли всякие, лопатки. Ну, и всякие, и прочее разное кашпо. Но для кашпо еще рановато. Это вы думаете, я воду так небесную собираю? Не, вода у меня есть, на скважина. Это я для бедных родственников своих. Ну, всякие воробушки там, всякие галки-сойки прилетают. Надо же поддерживать. Поддерживать друг друга надо, да, подкармливать. Ну и вообще заботиться надо друг о друге. Так, семечки кончились. Все поели. А это богатство мое. Дровишки березовые, колотые. А запах? Ну, это, так сказать, автономное тепло. У меня ж печка есть. Печку натопишь, сидишь долгими зимними вечерами. Ну, а летом, как сказать, шашлык, башлык, ну и все прочее. Дрова, они есть дрова. А главное, красота. Нравится мне поленница. Ну, я вам еще печку потом покажу. В следующий раз. Это веранда моя. Любимая. Летом сядешь. Тепло, хорошо книжечку достанешь. Читаешь. Ой, полежишь. Помечтаешь. А вообще, я книжки люблю читать такие, бумажные. От них как хорошо делается на сердце. Так что читать мне, не перечитать еще. Видишь, какой запас. Есть книжки, которые по несколько раз читаешь. Это как старые друзья. Откроешь, бывало. О, страница 20-я. Здравствуй.